Слушайте, рык двигателя даже как будто бы не три цилиндра маленький. Давай-ка как впишемся в резкий поворот. Костян, приготовься. Че, не выкинуло тебя в окошко, не? Стабик выдержал? Всем привет! У нас сегодня будет не китаец. Прикиньте, да, я знаю, вот сразу вы посмотрели на машину сбоку. Значка, я знаю, сейчас не особо видно. И такие подумали, о, это что, к Яну на канал затесалась китайская тачка, какой-нибудь черри или еще что-нибудь? Нет, это Daihatsu Rocky. Прикиньте, вот в это превратили тот самый суровый внедорожник Rocky, который был такой весь железный, такой весь суровый-присуровый с блокировками. У меня, кстати, есть выпуск про старый Rocky, про тот самый изначальный Rocky. Будет в подсказке, либо в описании ссылка, посмотрите. У него даже была съемная крыша. И вот много-много лет это название Toyota не использовала. Ну, Toyota, сами знаете, купили Daihatsu и, соответственно, там свои порядки стали наводить. Так вот, теперь это название снова используется. В принципе, в неплохой машине. С шильдиком Toyota такая машина тоже есть. Toyota Race. Отличие, разумеется, в обвесиках, красивостях, ну, как обычно. Ну и ценник на пару сотен сразу выше. Сразу оговорюсь, это не кейкар. Вы могли бы предположить, что это кейкар, раз я сказал, что это Daihatsu, да, но это не кейкар. Здесь двигатели либо 1 литр, либо 1,2. Внешне эта машина еще напоминает Hyundai Creta. Прикиньте, я даже специально нашел в интернете картинку, где эти две машины поставили рядом. Очень сильно похожа внешка. Для нас-то это какая разница? Hyundai тоже, в принципе, неплохие машины делает, и даже если есть какое-то сходство в дизайне, да и бог с ним. Машина достаточно крупная, 4-метровая, то есть мы опять же ее не причисляем к кейкарам, она крупнее кейкаров. Но в целом это все равно малолитражный автомобиль, экономичный, и на данный момент, то есть она с 2019 года пошла, вот именно в этом поколении, она достаточно интересная по техничке. Машину позиционируют как маленький кроссовер. Ну, это заметно, да, я думаю. У нее есть вот такие пластиковые защитки везде. Там внизу даже он резиновый такой спойлерочек есть. Причем они бывают, естественно, полноприводные. Полный привод, разумеется, подключаемый. Тут, конечно же, нету никаких там блокировок. Естественно, все это осталось в прошлом железном поколении Rocky. Хотя у нас версия переднеприводная. Несмотря на то, что мы выехали вот поснимать за город на речку, совсем в грязюку, размазнюку мы поехать не решились. Большие колеса. Клиренс 18,5 сантиметров с завода. То есть это еще до проставок и прочих извращений. 18,5 сантиметров. 16-е колеса у минимальных комплектаций или 17-е колеса, вот как у нас, у богатых комплектаций. Кстати, 17-е колеса специфические, потому что параметры покрышки 195-60-17 очень редкие. То есть даже вот у нас в области купить такую резину сложно, но я вам сразу скажу, 215-ю какую-нибудь покрышку можно спокойно сюда воткнуть. Не нужно по этому поводу париться, но с завода идет, знаете, редкая покрышка. В плане безопасности хочу упомянуть, что у Daihatsu сейчас широко используется их новая вот эта разработка с монококом. Вот, то есть цельный кузов считается. Его изначально разработали для маленького кабриолета Daihatsu Capen. Ну там, естественно, это же кабриолет, там особая безопасность требуется. Цельные, не сварные, из кусочков там склепанные, а прям вот цельно выштампованные панели. Ну то есть для бокового удара очень высокий уровень безопасности. Для лобового удара тоже очень неплохой, то есть по японским оценкам безопасность на хорошем уровне. Ну и, конечно, оснащение подушками безопасности, системами предотвращения столкновений, помощь при подъеме и прочее, все это тоже используется, даже в простых версиях. Ну и крылья здесь металлические, не пластиковые, как у многих других Daihatsu. Пластиковая здесь только крышка багажника. Пластиковая дверь, на самом деле, это неплохо. Во-первых, она легкая, она нисколько не весит. Соответственно, у вас очень долго не умрут газовые упоры. Кроме того, раньше многие Daihatsu подвергались коррозии частенько вот в районе стекол, там где-нибудь по низу крышки багажника. Теперь это этой машине не грозит. Ну, камеры, конечно, это всегда хорошо. Прямо сверху видно, куда я там ползу. Для девчонок будет по кайфу парковаться. Ну, короче, хорошая камера заднего вида, вот круговой обзор, это все дела. Так еще и колесики показаны, в какую сторону повернуты. Ух! Все атрибуты современной машинки не за 15 миллионов, а всего за один. Радиус разворота хороший. То есть я стоял на одной обочине, и я, не залезая в другую обочину, вписался. Костян ремень не пристегнул, он теперь будет пищать, мозги выносить.
Ёлки-палки, всех пассажиров пристегните, чтобы замолчала эта штука. Она навязчивая такая достаточно. Тут, кстати, вот есть пометки. Сели пристегнуты. Красавчики. Ну вот мы молодцы. Все, везде пристегнулись. Все, мы молодцы. Поехали уже наконец. Давайте, да? Слушайте, рык двигателя даже как будто бы не три цилиндра, вибрирует, моторчик вибрирует, это известная тема, да, то есть они всегда такие немножко трясущиеся, ну, ничего не поделаешь, это стандарт, самые неуравновешенные, как известно, трехцилиндровые моторы, и никуда ты от этого не денешься. Для своих 100 лошадей он тянет неплохо, тем более автомобиль даже тонны не весит, при своих в целом неплохих габаритах он не весит даже тонны, без малого там не достает. Бывают литровые и бывают гибридные, либо новой версии 1.2 мотором не гибридные, обычные, атмосферные. Если мы говорим про литровые, это наш классический дайхатсовский мотор, кстати, разработки инженеров Toyota для Daihatsu. Его разработали еще, если мне память не изменяет, году в 2003-2004. В 2016 году сделали еще и, ну, типа, рестайлинг, модификацию новую, турбовая версия. Можно сказать, этот двигатель использовался широко во всех моделях Daihatsu. Так вот, у нас, если литровый мотор, то это вот такой вот КР-двигатель, 1КР ВЕТ, то есть турбовый. У нас вот как раз такой мотор. В принципе, я считаю, это именно та версия, которую нужно брать, потому что этот двигатель широко известен, на него полно запчастей. Все эти разговоры про маленький ресурс, это тоже только разговоры. У нормальных хозяев все нормально ездит, его контрактных много продается, ну и стоит он недорого. Полноприводные версии бывают только с таким мотором, они не бывают с новым двигателем. Новый двигатель, который был разработан буквально вот, чуть ли не для этой буквально машины, то есть в 19 году, это двигатель VA, WA. Он есть обычный, просто атмосферный, обыкновенный, самый обыкновенный, ничего особенного. Причем он 1.2 объемом, но мощностью он меньше, чем литровый КР. То есть этот 100 лошадей, 98, а тот 87, то есть около 90 лошадей. Но гибрид здесь не такой, как у Приусов и вообще у тойотовских машин. Нет, не параллельный гибрид. Здесь гибрид именно как у Nissan E-Power, последовательного типа. То есть колеса к двигателю бензиновому не подключены вообще. Колеса подключены к электродвигателю, а бензиновый движок выступает в роли эдакого гигантского генератора. Многим даже нравится вот этот момент, да, такой тип гибридизации. Ну, вот Note E-Power хороший пример. Машина достаточно шустрая при небольшой вроде бы мощности, очень маленький расход. Но быстро снижается ресурс движка, потому что он, когда вы, допустим, заглушились, а батарею разрядили, этот маленький 1.2 так, будет прям вовсю тарахтеть, пока не зарядит батарею. Ну, короче, там есть свои нюансы, у нас не гибридная версия, поэтому глубоко останавливаться не будем. Я, конечно, почитал в отзывах негатив про царапающийся пластик недорогой, там, ну, вот это все нытье. Я вам так скажу, конечно же, где-то может что-то поцарапаться. Но, во-первых, есть методики, как это дело устранять, да, вот эти царапки на пластике. А во-вторых, иначе бы быть и не могло. Это в любом случае относительно бюджетные машины. Давайте говорить о хорошем, давайте говорить о том, что есть кожаный руль, например, смотрите, какой классный. Весь в кнопках, столько всего интересного можно понажимать. Сиденья такие комбинированы, псевдокожа и ткань. Ну, без перфораций, без всяких, конечно. Зато с подогревами, зимой будет очень даже неплохо. Классический стандартный ручник. Здесь глубокий карман. Я, кстати, удивился, что здесь даже подсветочку сделали под кнопки, здесь маленькую подсветочку. То есть тут просто две розетки и две кнопки включения подогрева. Не в очень удобном месте, конечно, включение подогревов. Высокий подлокотник, но не очень большой по вместительности. Но это понятно, потому что машина не широкая. Один есть бардачок спереди. И, наконец, то, что в моих глазах эту машину сразу подняло над другими. Вы просто гляньте на это. Как в былые времена. Подстаканник здесь. И самое главное, yes, подстаканник в правильном, в нужном месте, справа. Подпружиненный, прочный, такой тяжелый подстаканник, хороший. Причем у него тут даже еще полочка снизу есть. То есть даже если он когда-нибудь сломается,
все равно стакан вам в ноги не провалится, потому что под ним есть полочка. Ну, у меня была такая как-то раз ситуация. Легко Яну угодить, да? Сделай подстаканники в нужном месте. Вы гляньте только, как облагородили рычаг КПП, одели его в кожаную рубашечку. Явно видно, да, что многие детали, они как будто от машины выше классом. Микроскопическая просто педаль газа, вот я не знаю, она вот такая, я вот вам подсниму, она вот такая буквально, вот такая, меньше спичечного коробка, крошечная какая-то. В козырьках у нас два зеркальца, причем еще кроме зеркал есть еще вот такие щелки под карточки, под какие-нибудь бумажки. Кстати, классно придумано, между прочим, прям шикарненько сделано. Вот эта штука, ну она по сути относится к системе безопасности, вместе с зеркалом они загораживают обзор, я вам скажу. Лобовое стекло не такое уж большое, да еще если учесть, что оно, ну, немного вертикальное, ну, машина же такая не вытянутая, поэтому загораживает обзор, есть такой момент. Приборка класс, мне нравится. Она даже с какими-то анимациями. Смотрите, я вот сейчас заглушу, и вы смотрите там, какая будет анимашка сейчас. Welcome. Какие-то там... Да успокойся ты. Между прочим, приборка такая же, как в Daihatsu Miro свежий. У приборки есть несколько разновидностей. Можно разное отображение себе настроить. Вот смотрите. Вот. Тут их, получается, 4 варианта. Можно такую, таким колесиком. Причем это тахометр. Это тахометр, это не спидометр, это тахометр. Спидометр справа цифровой. То есть вот оно. Смотрите, какая полосочка закрашивается. Ой, бляха, вот я бы, наверное, с таким бы ездил. Ну-ка. Ну, это вот как у нас было, обычная такая цифровая. Давайте вот этот попробуем. Он такой более классический, да. Это вот прям обыкновенный, стандартный, классический такой тахометр. Но он без стрелки, опять же, с закрашивающейся полоской. И, наконец, вот такой вариант. Ну, я не знаю, вот этот, мне кажется, такой более спортивный, какой-то злобный такой, видите, с компьютерной стрелочкой. То есть у нас здесь уже не полосочка, а как будто бы аналоговый такой тахометр. Да и вообще в приборке много приколюх. Она, к примеру, показывает в большом окошке, что у вас кончается бензин. Да что я говорю, машина вас даже с днем рождения поздравит или с годовщиной. Естественно, все на японском, понятно. Но я вам всегда говорю, никто не отменял Google переводчик на экране смартфона. Наводишь, перевел. Обычно все люди это делают буквально в первые дни владения и потом просто знают, на каком пункте меню что настраивается. И все, и пользуются без всяких проблем. Такой экран мультимедиа, это на самом деле опция. Ну, вариант, когда у нас хорошая комплектация. Есть другая версия торпеды, там такого большого экрана нет. Там он тоже есть, но он там маленький. Из всего, что я хотел бы про нее сказать, это то, что у нас современная машинка, но они не забыли о нас, людях обыкновенных. У нас есть обыкновенные USB входы, псевдо AUX, то есть можно мобилку воткнуть и слушать музон с мобилки. При условии тут живых штатных динамиков, даже он есть с пищалками, он в дверях и все, я бы только таким методом бы и пользовался. Воткнул мобилку, кинул и туда, пусть у меня там играет. Сзади сидишь, конечно, плотненько, высоким людям здесь будет не очень. Какой здоровый комар-то. Сиденье заднее повыше, чем передние, то есть ты сидишь как бы выше, чем те, кто сидит спереди, и получается, если ты человек высокий, ты можешь головой дотягиваться до потолка, то есть на передних сиденьях места до потолка много, на задних сиденьях места до потолка мало. Покрытие сиденья кожаное, это хорошо, я всегда об этом говорю, это хорошо, потому что если вы сзади посадите ребятню, они будут ногой всегда пидать переднее кресло, топтаться по нему, вот так вот. Не со зла, просто это дети. Если сзади кожаночка, а не тканевое покрытие, то это всегда хорошо, тряпочка протер и нормально. Задние вот эти части на двери, то есть как бы подлокотник на дверях, твердые, а спереди мягкие. И, кстати, вот этот подлокотник между сиденьями тоже мягкий. Ну, не такой, что прям мягкий, но мягкий. Немножечко, чуть-чуть. Две розетки USB-шных сразу. Ну, это как раз для современной молодежи, которые от мобильников не отрываются просто. Они должны быть постоянно на подсосе от розетки. 2,1 ампера, ёптить. Даже большую Xiaomi, вот такую Xiaomi, которая в карман не влезает, и то хватит заряжать. Если у нас переднеприводная версия машины, у нее багажник больше, чем у полноприводных и у гибридных. Потому что у гибридных, соответственно, вот здесь в районе задних сидений была бы батарея. Ну а у полноприводных не было ниши. Вот большой ниши вот там внизу под крышкой. То есть там реально можно, во-первых, просто что-то хранить под основным фальшполом. Либо туда положить полноразмерную запаску. Реально даже 17-е колесо поместится, серьезно, очень большое место.
Помойте только его, потому что тут карпетом обклеено, помойте. Даже у фальшпола есть два уровня. Вот смотрите, я его положил сейчас на нижний уровень, а можно положить фальшпол на верхний уровень. Вот так. То есть сделать его повыше. Прикольно, да? Ну, не сильно практично, но прикольно. Глубина багажника 72 сантиметра, когда у нас не сложены задние сиденья. То есть даже просто 72 сантиметра уже есть багажник. Давайте полезную высоту померяем. То есть максимально можно, ну, скажем, сантиметров до 37 где-то вот так вот положить. Вот до такого уровня. То есть это вот будет прям полностью вот это пространство занято. И серьезно, чемоданище гигантский можно воткнуть. Люверсы есть для того, чтобы цеплять какие-нибудь грузы. Подсветка небольшая. И, наконец, возможность брякнуть второй ряд сидений и получить, в принципе, плоский пол. Они, ну, с небольшим наклоном падают. И тогда до переднего ряда будет 1,40 м. Там, конечно, плюс-минус парочка сантиметров можно, там в зависимости от того, как пододвинуты передние сиденья. Но глубина получится багажника 1,40 м. Глубина пространства под фальшполом, под этой крышкой, вы офигеете, 32 сантиметра. Ну, ширина 1 м где-то. Если учесть с ниши, тогда будет 1,20 м. Для компактного автомобиля хороший багажник, спору нет, меня все устраивает. И причем, кстати, голых железных деталей я не вижу. То есть очень часто в подобного класса машинах открываешь этот фальшпол, там все сплошное, железяка не прокрашенная, да, прямо вот с завода. Здесь нет, здесь аккуратненько прикрыли пластиковыми накладочками, вот этими картонными, ну они картонные, походу, такими карпетовыми вот этими накладками. То есть все чисто, голого металла нигде не видать. Смотрите-ка, о, я включил сейчас этого контроль полосы, он пищит, во-первых, вибрирует в руль. Ух ты, молодец, малявка, ты глянь-ка, бережешь ты наши нервы. Распознавание, насколько я посмотрел, 3 знаков. Ну, самое главное, что кирпич распознает, совсем уж на 5000 рублей штрафа он вам нарушать не особенно даст, и уже хорошо. На разгоне, конечно, ощутимо слышен звук двигателя. Давайте-ка я попробую поехать динамично, у нас здесь много поворотов. А, у нас есть еще и кнопка Power, то есть можно вообще крутиться чуть ли не в отсечку, а? Так, готов? Резкий поворот и коса гор. Тормозной машинку точно не назовешь. С нуля, по крайней мере, до, скажем, до 60 набирает прям очень быстро. Я думаю, надо померить. Я думаю, надо замерить, сколько она идет до сотки, а? Нажал кнопку Power. Сейчас я как дам? Ух! Наверное, с горки все-таки было бы эффектнее, да, да? Нифига гонка какая. Но вначале чувствуется вот некая такая турбоямка, он подтупливает. Но я вам так скажу, обгоны сходу, мне кажется, должны даваться прямо на запросто, потому что очень чувствительная реакция на газ. Прямо раз и все, и прям набирает, сходу хорошо набирает. Машина реально хорошая, внешне прикольная, необычная. Их еще на дорогах мало, будете выделяться. У них много ярких цветов с завода есть. То есть вот эти даже двухцветные варианты. Мне нравится, кстати, их бронзовый вариант. У них такой, ну типа бронзовый какой-то вариант окраски есть. Ну, в общем, действительно интересный автомобиль. По техничке одновременно и технологичный, много всяких фишек. И в то же время простой. То есть явно не будет проблем ни с ремонтом, ни с обслуживанием. Нету никаких заморочек. И я вам 100% даю, у леворульных аналогов вот нету такого оснащения за такие деньги. Разве что, может, у китайцев, которые сгниют через неделю, как из салона выкатятся. Так что обязательно пишите в комментариях, что вы думаете про эту машину. Мне кажется, про нее много что можно думать. Пишите активно, мне самому интересно почитать. Ну и, конечно же, все ссылки в описании. И всем пока!